Спасо-Кукотского приняли вызов пандемии. Здесь было создано 3 корпуса, которые работали, принимали пациентов со всей Москвы. Я хотел поблагодарить коллектив, который справился с этой задачей. Параллельно, не останавливаясь практически ни на один день, здесь велись работы по дальнейшей модернизации. Несколько корпусов, приемное отделение, которое сейчас является очень им комфортным и для пациентов, и для врачей. Также была реконструирована одна из лучших в России урологических клиник. В ближайшее время ведется еще один корпус, будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии Da Vinci. Это университетская клиника с особыми возможностями. Операция выполняется в прямом эфире на 24 часовых пояса. Формируются центры, которые действительно оказывают помощь нашим больным в системе ОМС на самом высоком уровне.